Так, готовимся к празднику, к благодарению. Thanksgiving Day today. Я не знаю, будет там кто сидит, чи нет, вот там пока. Скатерти постелили, столы поставили, ну как свадьба целая, как обычно. Так, у нас время 20 минут первого, на час всех пригласили. Так. Скоро будет собираться народ. Так, на кухне тоже работа кипит полным ходом. Кастрюли и все такое, что у нас здесь картошечка тут делается. Тут подливочка, греви будет. Подливочка. Так, здесь тоже все идет, картошечка уже готова, mash potatoes. И здесь mash potatoes готова. Так, турки делаются. Турки делаются, так. Индюшатина готовится. Там оно все, потом еще откроется. Видно будет. Привет, народ. Хочу показать, как Америка празднует День Благодарения. Смотри, сколько машин. Это возле моего дома, бачите? Ко мне гости приехали. А вот он у соседей. Смотри, сколько машин стоит. Вот сколько машин у людей. Люди празднуют. Национальный праздник в Америке. День Благодарения. А? Полные, забитые люди. Парковки. У людей. Выходной день, все празднуют. Вот, пожалуйста. Ну, пошли пройдемся. На улицу глянем, что там у нас. О, это все наши машины. Все родичи приехали. И знакомые. Ну-ка, что у нас тут есть? Что интересного? Вот стоят. О, народ празднует. Молодцы, правильно, патриоты своей страны. Там у всех гости. У всех гости. Все празднуют. Правильно. Ну, хорошо, хоть снега нету. Уже трошечки потеплело чуть-чуть. Потеплело. Ну, скоро будет уже больше снега. Вон листья уже все. Деревья голые. Деревья без листьев. Прохладно немножечко. Так прохладно, но не смертельно. Вот так. Вот такие. Давайте. Привет всем. Сейчас мы будем открывать бутылочку Карминер. Вот что у нас. Так, где наша открывачка? А, вот она. Так, у нас здесь пробочка, по-моему. Сейчас мы снимем целлофан. Вот так. Так. Так, так. Хорошо, закрыто. Опа! Опа! Есть такое дело. Прекрасно. Так. И мы снимем этот железяку эту отсюда. Вот. Она нам не нужна. Все, готово. Готово к употреблению. Какая прелесть. Ну, конечно, разварилась. Ну, хорошо. Для того и создано, конечно. Вторая еще ждет, да? Мы будем по одной ставить?
Ну, конечно, зачем? А куда будем ставить? А вот туда будем ставить, да? Так, давайте я, наука. Так. Вот она идет. Сюда, Санка. Ставим. Так, а как же мне... Да, вот так. А нож не сильно нагодится, да? Окей, нормально. Сейчас я ножик принесу. Да. Хорошо. А ты... Again, let's go. Нет, по-моему, у нас записалось. Ты же... I'm recording. Я понял, ничего. А ну, звук пошел. Так, ну что, с чего начать у нас? Okay, give me that, Pop. I want that one right there. Oh, Pasha, I want one of those too. Right next to it, yeah? I'm not a good one. Really, I'll leave that. Really, thank you. Thank you. I want that cat cheese too. I have another turkey, so don't worry. Yes, we have three turkeys, guys. Two. Okay, two. Оксана, готовь вторую турку, сейчас. Сейчас будет. Да подождите. Еще первое не сделали. Kids, eat everything. Don't leave meat in the plates. Оксана, у вас есть горчица? Есть. Ну это программа уже. Женя, не горчица. Называется Джем Кёш. Смотрит футбол. Марио футбол смотрит. Румынская Стява против турков играет. Still playing Стява. Нет, не все. Что это такое? Это пирог? Пирог, мама делала. Пирог, а с чем он? С орехами и с вареньем. С орехами и с вареньем, маком. Да? А вот этот вот с маком. Только без орешков. С орешками? Без, а, это без... без орешков. Ну и хорошо, просто мак, да, с маком, да? Мак и варенье. Мак, ва... а, варенье. Абрикосовое, да, абрикосовое варенье. Я не знаю, какое. Похоже на абрикосовое. Похоже на абрикосовое. Вот. Мама сделала. Это тоже, а, это уже отнесли пасочку, да? Нет, вот она пасочка. Где? А, вот это тоже, да? Вот.
а не слишком ли тут too much? Ну, мы не будем это резать. Мы только эти порежем и все. Да. Ну ладно, давайте. А думаем. Эту пасточку можно на потом, если вдруг что не хватит. Ой, это еще останется. Ой. Хорошо. Сейчас мы мак объедимся. А, так, я это, наверное, еще раз нарежу. Такие длинные куски. Маленькие галдеж. Больше становится. Ага. Подоедай. Напополам еще вот так. Ага. И все. И булки. Видишь, у нас мак нормально, мы кушаем мак с этими. А в России, читаю, чуть ли не в тюрьму садят. А чего? Потому что за мак. Шо? Какие-то хозяев пекарни булочек с маком сделали, они взяли и посадили за распространение наркотиков. Ой, там или шо? Что-то еще. Ага. Бред сумасшедшего. Ну вот видишь же, да. А мы мак. Да, мы кушаем, у нас все продается. По магазинах он спокойно, эти все маковые ингредиенты. И сухой мак, и купоренный в баночках мак продается уже со в сиропе. В сиропе мак и все. Ну, welcome to Russia. Ага. Чайок? Но это чтоб не лилось, оно полное. Чай, так, да? Немножко ага. Фу. Так. Чай, будем пить чай. Я даже не знаю, куда его толкать. Ну. Вот. А что ж вы думаете, для кого это все ставим? Не в музей же его. Для фотографа, засняли уже. А, точно, так и сделаем. А, нет, с пальмы выколупливают, да? Выколупали с пальмы червячка. Протеинчик чистенький, да. Упс. А это что, это Марина, говорит, да, сделала? Нет, это я сделала. Это carrot cake with cream and marshmallows. Морковный этот, да. Кейк там, да? Ну, там морковка, там вот и coconut, ага. Изюм, ага. Все такое. Все такое. И сюда его, да? Красота. И сюда его. Да, хорошо. Хорошо. Так. А это у нас шоу. Это чизкейк у нас, да? Сырный. Чизкейк красивый, да. Чизкейк. А это памкин кейк, да? Это памкин с тыквенный пирог. Вот это у нас. Тыквенный пирог. Хорошо. А это была картошка. Да, это sweet potato, да? Это сладкая картошка, делается сладкое блюдо. Это стаффинг, на турку стаффинг. А это что это Люда сделала? С бананов там что-то? Или как это? Люда, что это? Это кукуруза. А, с кукурузой. Хлеб, да, кукурузный, да? Да. По рецептам древних индейцев? Да. Да, хорошо, правильно. А? Хороший, да? Он сладкий, да? Да. А это как называется? Как косарол, да? Хрустальную тоже не было. Салатница большая. Большую или маленькую? The big one. I don't know which one. Это большая. Люда, это как она называется? Кассарол или что это такое? Да, green bean casserole. А, green bean casserole, да? Это что там? Это там green bean, да? Green beans. Давай, покажите мне ее. О, виноградик у нас какой, да? Конкретный. Вот это да. Одна веточка такая сразу все. Прикинь, какой, какой дерево, он крупный. Держит. И еще он крупный это какой. Ля, какие ветка толщиной. Да. Ужас. Держит. Калифорния, калифорнийский виноград. Вау. Без костей. Какие ветви. Без костей, сочный. Угу. Да, нет костей, да? Вот мы его заточим. Ну давай, поставки, потом съедим, потом да. Ля, ничего себе. Какой сочный. Как сливы. А можно кофе, если кто конкретно. Хочет? Ну, мне крема Давай, я тебе Оно мелтит. Тепло оно. Еще одно? No, thanks.
Что это такое? Покажи. Это Starfruit, да? Tropic Plants. Машинка стиральная. Мам's like... Что, все? А ну, что ты, да, не все. Танцуй? Не хочу. Я же тебя снимаю. Руками. Руками. Чай горячий, как поцелуй девушки. Пай? Если ножик берите. Вот, ножик может для слых людям даже положить туда и туда один. На тот и на тот. Это тот? Нет. Только руками можно взять тоскейк и чизкейк, вот. А этот ножик положи на тоскейк. А вот на вилка есть. Смотри, две вилки, тоскейк. На нас. Две вилки, тоскейк. Хочешь рулет? I'll have some later. Вот ложки. Анечка, дай. Как я тогда что-нибудь пробовала?